Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выход. Надеюсь, не в последний раз мы выходим с ночевкой. Хотя уже моросит небольшой дождик, уже и изморозь по утрам. Да и снег у нас уже был, лежал. Мы же все-таки вышли. Пока мы находимся втроем. Я, Серега и Ярик. Ждем остальных людей. Подъедут чуть позже, наверное. Но мы сейчас начали шурфить. Находки уже есть. Так что к находкам сейчас я вам покажу. Что интересное было? Советики. Печальная монета 5 копеек 1871 года. Ну и пока как бы не особо. Я думаю, интересно будет. Ночью пошурфим. Утром продолжим. Есть огороды. Серега у нас по огородам ходит. Надеюсь, Серега что-нибудь найдет. Время сейчас, обед уже. Мы решили немножко пообедать. Так что находки. Вон у нас, видите, шатается. Шалтай-болтай. В общем, находки будут, вы увидите. Надеюсь, побольше сюжеты я вам засниму. Так что смотрим, будет интересно. Ну что, ребят, зашурфился я. Вот такой вот шурф. Немного кем-то ранее ковыренный. Не знаю, сколько лет назад, но, как вы видите, кустарники торчат. Прям не знаю, как хорошо шурфили. Но вот на такой вот глубине находка. До этого были монеты, я вам не показывал. Но это у нас пятак. Пятак 39-й год. Ой, 49-й год. Конечно, пятачок зеленый. В болячках, и после чистки будут раковины. Ну, неплохо. 49-й год. Так, марш отсюда. Марш отсюда, бля. Марш. Вот, так что продолжаем шурфить. Шурфим мы с Аськой. 250-й. Серега ходит по огородам. Не знаю, что-нибудь там будет интересное. Если будет, то хорошо. А так, в целом, находки есть. Продолжаем. Итак, ребят, по рации я сейчас Сереге передал, что у меня первый царь. Я его потер и матерился очень сильно. И это у нас 5 копеек, 1871 год. Но с дыркой. С квадратной. Квадратная дырка — это от гвоздя. Кто-то гвоздем его саданул. Печаль печальная. ЕМ. 5 копеек 71. Кстати, сейчас я вам покажу, какие находки уже с этого шурфа поднял. Так. Не густо, но и не пусто. Пятачок я вам показывал. 10 копеек трешки. Вот самая первая находка была верховая. Вот эта трешечка. 55-й год. Итого получается у меня уже 8 монет. Вот так вот. 8 монеток. Вот с такой площади шурфа. Не глубоко. Щупом не проверял, насколько глубоко. Вот, ну. Так, прекрати. Иди отсюда, бля. Иди. Марш. Иди отсюда. Шурфолог хреново, блин. Помогает мне засыпать все. Так что ладно. Пока вот так, пацанов еще не видно, приедет еще, обещались 3 машины, не знаю, посмотрим, приедут, нет, пока на 2 копаем. Итак, ребят, Серега, он на тех вот огородах, и он говорит по рации, что нашел пятачок. Серега, говори, какой пятачок? Пятак Николаевский, на информат, сейчас код посмотрю. Давай снимай, я сейчас покажу пацанам, что ты нашел. Пятак Николаевский, на информат, сейчас год посмотрю. Сейчас он заснимет, ребята. И вы узнаете, что он там нашел. Да и заодно и я узнаю, что за пятак он нашел. Давай снимай, я сейчас покажу пацанам. Да, я уже снимаю. Ух ты, это вроде сохран хороший. А перчатку потру немного.
Ну, с этой стороны надо чистить, а орел вроде вообще отличный. Ну, с почином. Попробуем сейчас в лагерь придем, немножко отмоем. Может быть, и год просмотрится. Щеточкой. Ну, орелик, прям даже гербы видно все. Отлично. Хоп. Продолжаем. У меня с дыркой, а у него нормальный. Ладно, тоже хорошо. Итак, ребят, пока я здесь шурфим, поднял пятнашку и трешку. Вам не показывал, но Сережа по рации передает, что еще двушка. Серый, двушка какого года? Не смотрел, грязная. Ну это точно капуста, да? 100%, я их, блин, сука, наизусть знаю. Третью монету подымешь, я обязательно к тебе приду. Ну что, дамы и господа, борода сегодня в ударе. После пятака вот прошел прям немного, считай, вот от выпученки. И двушка капусты, так называемый. Год не вижу, надо будет мыть. Но рельефчик вроде есть, ну что, неплохо огород. Недавно перепахали, видать, еще никто не прошелся к нему, потому что следов вообще нету. Вот там огороды были несколько штук, там следы прям были свежие. Копки всякие, там эти банки консервные, алюмишки выкопаны. А здесь вот пока нет. Идем вдоль края, только еще первый ряд. Так что находки будут. Вот так вот. Наверное, третий не будет. Ладно, идем, продолжаем. Итак, ребят, дошел я до венца. И, знаете, до этого была пятнашка и трешка. А сейчас выпала двадцатка. 20 копеек, 40. 40. 43-й год. Вот такая вот. Немножко с дефектом. Ну ладно. У Сереги вкуснее пока. Итак, ребята, наконец-то. Наконец-то. В шурфе у меня пошли ранние советики. До этого были поздние. А это трешка. Трешечка. Ранняя. Год, к сожалению, пока сказать не могу. Но это уже факт. Это радует. Значит, и цари будут. Итак, ребят, иди сюда быстро. Итак, ребят, вот еще одна машина, Рустик. И вот к приезду Рустика, ребята, 10 копеек. Он все, приехал, напротив меня стоит. Вот, ребята, серебрушечка. Все, идем на базу, ребята, надо отметить. Привет, солнце! Все, идем на базу, отметить. Дамы и господа, у нас пополнение. Женек приехал. Татьяна. Санек, он значок с Лениным трет. А может, это не Ленин? Что-то он как-то губошлеп. 25-й год, нет? Ленин-то лысый, а это волосатый. Это не Ленин, походу. Да. Чё-то, а у меня на поле вот еще двушка выпала грязненькая. И крестики всякие, конинки. Вот. У нас лагерь, сейчас мангальчик у нас там поспеет. Костерок, застолье, отдыхаем и идем. Что там, проявилось что-нибудь? 1916. Вот так вот. Понял? Ну, все равно. Гоу, какалик. Почему какалик? Да, ну, мертвый. Да ты загладил просто. Да, загладил. Она грязь, вон она, ногтем очищается. В мыле будет огонь. Вот я приложу потом фотку. Ладно, Саша. В четверг скину. Итак, ребят, ну что, компания у нас пополнилась с Женьком, Танюшкой, Рустиком. И, наверное, больше уже никто не приедет. Время уже позднее. Так что мы сейчас вам накладываем куски мяса. Какие вкусные, а? Они уже вкусные, ребят. Сейчас мы пожарим их. И пойдем на ночной коп, ребят.
У меня около 20 монет сейчас. Вот, у Сереги 2, Рустик 0, Женек 0. Я так приехал. Да. Я вообще копать сегодня. Не будешь копать? Может, буду попозже. Устал. Вот, устал с работы. Так что, ребят, все еще впереди. Это только первая часть. Надеюсь, вторая точно будет. Изюминка, надеюсь, тоже будет. Сидим около костра. У меня же уже есть изюминка. Вы говорили, что вам хочется пообщаться около костра. Возможно, сегодня мы и посидим. Истории вот от этого комрада стопудово есть. А гитару привез? Три штуки. Сказали, что не надо везти. Ёж твою мать, а. А то бы сейчас поиграли бы на гитаре, Рустик попел бы. Рустик, хотят, чтобы ты попел, Рустик. А, Рустик. Дорого стоит. Дорого стоит? Посмотрим. Засранец. Если пойдет, вдруг хорошо, силы будут. Здесь недалеко есть фундамент, где была найдена серебряная медаль. Не-не, да, вот. Полицейская, вы ее видели. Возможно, сегодня туда дойдем. Это дальше, чем где ты сейчас останавливался? Там, да, дальше? Ну, туда дальше маленько. А, ясно. Ну ладно, ладно, подождем. Может, еще полицай выскочит, как Женька выкопал. Может, еще что будет. Сера, анекдот. Рассказывай. Есть какой-нибудь анекдот? Блин, они все неприличные, Саня. Про лягушку. Ну, про лягушку я уже рассказывал. Рассказывал? Давай про лодку. То есть видео еще не было, да? Не было. Про лягушку. Блин, про лягушку анекдот вообще кучерявый. Вообще кучеряв. Кто не слышал? Кто не слышал, ребят, сейчас Серега еще его раз расскажет. Сера, расскажи. Давай, про лягушку. Так, ну, пускай смотрит, находит видео. Пусть ищут, да? Да. Ну, анекдот, ребята, вообще чумовой, прям, я не знаю. Концовку расскажи, Серый. Концовку. Заинтриговать. Удобная, говорит, штука. Я вот о концовку он только рассказал, ребят, я уже стебусь. Анекдот вообще чумовой, ребята, так что ищите видео, тоже скопы. Все же слышали сказку про Иван-Царевича и лягушку, да? Иван-Царевич натягивает тетиву, пускает стрелу. Идет по следу, приходит, там лягушка сидит. Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу. Он говорит, ну что ж такое, говорит, лягушка. Она ему человеческим голосом говорит, ты, говорит, поцелуй меня, говорит, я в девушку превращусь. Ну, он говорит, раз, поцеловал ее, говорит, она раз, там девушка такая красивая, представляешь, все фигурно. Тихо. Вот, и он говорит, и что дальше? Она говорит, ну, говорит, займись со мной, как бы, любовью. Нашел слово. Где мы около костра, где Серый рассказывает анекдот про лягушку, царевну лягушку. Огонь, огонь, огонь. Ладно, что вспомним, расскажем. Так что сейчас пока ждем.